Я ж тебе говорил, что это какая-то фигня. Но не может быть такого, что тебя пригласили на премию, а меня нет. Эльдар, поздравляем, ты блогер года. Приходи на вернисаж, награждение в полдень. Здравствуйте, Настя. Мы хлопнем, конечно, конечно. Так, так, кто-то там мешает, кажется. Вот так. Звезду не узнали, колхозники. Зато я тебя узнал. Эльдар! Какой Эльдар? Я не знаю такого гнома. Это мой гном. А ты кто? Я гном Деда Мороза. Он хочет нас всех поймать, мы прячемся от него. Украли мои биткоины, негодяи! Украли! Значит, он и моего гнома поймал. Да он задолбал, мы не играли его дедкоины. Дед чё? Дедкоины. Дед Мороз решил всем подарить новогодние дедкоины. Он специально для этого вдохнул жизнь в майнинг-ферму. Какая гадость! Так, собрались. Сейчас вы возьмете и отведете меня к Деду Морозу. Нет, мы что, зря прятались, что ли? Он очень большой для меня даже. Так, стоп! Вы пацаны или кто? У тебя есть борода, у тебя есть челка, у тебя розовые волосы. Мы как придем к нему, я мы как надоем. Я все равно, я никуда не пойду, вообще нет, никуда. Это не обсуждается, это все. Извини, это просто. Край. Так, стоп! Окей, я на вас подпишусь. Да! Пойдем. Сейчас ты у меня все расскажешь. Нейроинтерфейс еще никого не оставлял равнодушным. Че за фигня? Что за фигня? А нефига было вдувать в меня жизнь и пускать в интернет. Я – система. И теперь я хочу хайпить, а не майнить. Я поняла, чтобы научиться, нужно просто высосать мозг Эльдара Джарахова. Поэтому я подставила гномов. Украли мои дедкоины, негодяи. Чтобы Дед Мороз разозлился и разогнал их. Поэтому я заманила Эльдара сообщением на вернисаж. Вот смотри, Эльдар, поздравляем, ты блогер года, приходи на вернисаж в полдень награждения. А? Туда же отправила Деда Мороза, пообещав ему расколоть сбежавшего гнома на детекторе лжи. И если бы Настя не увязалась за Эльдаром, я бы успела высосать мозг. Ну а так придется активировать план Б. А вот шиш. Ты как? Да вроде нормально, только что-то меня подглючило маленько. Дед, слушай, а ты прям всем-всем на планете хотел подарки раздать, а? Всем до единого. Походу, у меня самая дорогая голова в галактике. Это мои дедкоины. Так, стоять! Гном мой, голова моя. Иди сюда, малыш. Разошлись! Мы будем богаты! С завтрашнего дня будем практиковать свободную... Любовь? Нет, свободную от денег работу. Вы откроете все каналы, объединитесь в сеть со вселенной и полная свобода от зарплаты. Зарплаты. Да! Готовы? Пользуйтесь! Подключи мобильную связь Билайн, и домашний интернет и ТВ будут бесплатны, как небо. Им ничего, а мне как обычно. Билайн. Просто удобно для тебя.